Всем привет, ребята! И вы на моем канале Кубкубоб. Здравствуйте, наш Тун Геймс. Я сам Кубкубоб. И сегодня мы будем играть в игру под названием Финал Фредди Пиццерия Кликер. Знаете почему? Я не хотел планировать это видео. Просто меня один мой знакомый заставил. И как обычно, Фредди. Да, всем привет, ребята! Он приперся ко мне, чтобы я помог ему спроектировать аниматроников. Еще в том числе его пиццерию. Так что это мы и сделаем. А пока подписывайтесь на канал. Ну и ставьте лайки. Ой, блин. Черт. Что-то... Пипец. Все, я не могу плей нажать. Что, давайте уже плейку. Я не могу дождаться. Я не могу дождаться с самого начала. Ребят, если нам еще и лего выпадет, набираем 10 лайков. Да. Ребят, это шанс на выпадение леги. Так что нам надо... очень сильно развивать наши навыки. Давайте-ка стиль перпугая затестим. Теперь мой главный злодей. Вы как думали, это то, что я снимал? Нет. Это уже там можно... Это ремаст. Это ремастеред. Ремастеред, как вы все поняли. И да, там надо выполнять всякие миссии, боксы, конечно. И нельзя говорить, что это Brawl Stars. А то меня просто унизят. И тут, ребята, у нас мини-игры, и в том числе сам наш главный герой. Фредди, полезай в игру. Может, не надо? Полезь сюда, ты глупый медведь! Ой, блин, теперь я тут кликаю пиццы. О, я... У меня никто не разблокирован из моей банды. О, меня раздражает банет. Всегда меня досаждала. Скор? Кто это? Это самый достающий из всех космонавтов, что ты только видел, губка. Да, ну а чем она опасна? Потому что она призывает всех нас, точнее наших секретных частей аниматроников. Самого нашего правителя Фредбера. Она не призывает. Стоп, что ты сказал? Фредбера? Так это ж... Так это тот мальчик. Ну да. Ха. Ох. Я не могу это забыть. Он был мой брат. Пока нас еще не придумали. О, ты уже набрал один. Одну коробку. Нажимай. Ну ладно, если это не какой-нибудь твой обман. Ну и что это мне выпало? Это фаскоин. Ладно, что там в спине? Понятно, ничего. Это еще что за нафиг? Ага, у нас тут недостаточно фазиков. Давайте-ка набирать еще парочку. Ну что, по одной найти или потихонечку? Только не говорите. Не думайте, что я по-настоящему буду донатить. Это все благодаря вам, что я выпускаю новое видео FNAF. А то у меня в голове давно что-то затерялась эта идея FNAF. Поддержите меня лайками, если вы хотите, чтобы серии FNAF выпускались так часто.
И чтобы эта серия выходила так часто, набираем 5 лайков. Я побе... Ведь у вас Фред или Фредберс живет. Чтобы от него спастись, вам нужно набрать лайк, подписку и колокольчик. Тогда Фредди или Фредберг... Тогда Фредди со своим другом Фредбером точно не придет. А пока мы уже почти добрались до еще одного бокса. Ну что? Давай, Эльфусана. Энергия — это наши дни, поэтому нам надо... мастер, кликер. 5 вот этих вот спинок. Офигеть. Ага, билеты у нас, конечно. Билеты у нас. Ребят, я сегодня хочу не читить, поджульничать. Я наберу 2 бокса. Да, правильно, 2 бокса набираю. Я пока тут покликаю, чтоб ты не обсуждал. Ты замолчи. А чё, плохая? Это неплохая примета. Так, ребят, мы уже почти дошли до второго бокса. Ребят, это очень долго добираться до второго бокса. У нас все время плюс 1, так что... У нас тут по времени, тут как пирожки. Тан-тан-тан-тан. Так, ребят, мы реально почти уже набрали второй бокс. Смотрите, вот почти мы уже набрали. И еще чуть-чуть осталось. До нашего семи любимого второго бокса. И, ребят, в ваших глазах я открываю второй 2 бокса. 1, 2, 3. Ребят, первый паскоин. Мы открыли перса! Тойчика! Отлично, Гока! Ты открыл Тойчику. Ненавижу я ее вообще. Итак, ребят, мы открыли бокс и собираем уровень. И вон она, сама Тойчика. Немножечко, мамочка, один. А ты что штаночки не снимаешь? Сними трусики и штаночки. Жопка на них взяла, пила. Так, идет у нас почему-то... Я тут вообще-то играю. Трусики снимаю. Так, ребят, у вас тут... Вот лунечка, не возьмите, да? Да нет, это Фредди. Так, ребят, у нас тут... Да. День закончен, короче. Все, вот. О, сколько мани. Так, и день, ребята. Да. Ага. Губка в этот день ты получишь еще один аниматроника. И энергии у тебя будет больше. У меня тоже. И Чика будет помогать в набираниях. Так что надо быть быстрее. И тут надо разблокировать мини-игру, как ты знаешь. Так, ребята, у нас тут вот сколько паскоинов и майк тоже. Нам нужно как-то выбить еще одного аниматроника. Ага, ребят, у нас тут еще и мини-игры куплены. Давайте-ка какую-то из мини-игру, мини-игр купим. В следующей серии! Ребята, это уж слишком рискованно. А как чуть вот начинаю, последний. Ой, не надо другого ракурса. Пошли, помоги.
Лифиоса. Лифиоса. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ребят, у нас скоро активируются гостиндозы, спикермейстер. Все, открываем первый бокс, и что там у нас в первом боксе? Опять новый чаптер! Shadow Freddy! Я только разделилась. Так, ты открыл Shadow Freddy? Отлично! Уже я тут сказала. Что тебе выглядит Shadow Freddy? Я думаю, мне какой-то токен выглядит. Или еще что-то. Смотрите, ребят, пицца набирается. Офигеть. Ну вот сколько, ну сколько мани-то получим, ребят. Офигеть. У нас чаптер новиночка. Новенький чаптер. Персоновые у нас, ребята. Ну что, пора у нас. Так, ребят, у нас тут еще чуть-чуть пополнится. Еще одно задание. Просто брала. А-па-па-па-па. Так, гостиндос я пока еще не помню. Ну что ж. А-па-па-па-па. Так, если вы не знаете, как на плей, то это Golden Freddy. Да, ребят. Тот самый Флэбер. Там Фредди. Да. Он снимает тоже фильмы. Но я часто снимаю, как я предпочитаю какие-то другие. Но если вам понравится тот самый Флэй, тогда подписывайтесь на него и ставьте лайки на его стрим, который я снимаю об этом ролике. Ну что, открываем коробку. Еще один персонаж, офигеть, что мне. Это серия персонажей Визард Бонни. Отлично, ты во второй день мой Визард. Как у тебя это получилось? Ты сказал, что мне выпадет персонаж и чики-пуки. Отлично. Ну это отличный ход, чтобы заработать еще чаптеров. О, ребят, Визард. Визард Бонни, ничего. Ничего себе. А, Фредди, а ты знаешь, почему вот эти вот подсвечены каким-то знаком? А это значит, что это самые продвинутые аниматроники. Вот корень-то можно было найти коробку. Из всяких запыхов. Оо, май. Так, наслаждаемся, ребята, этими атмосферами. И мы скоро выполним гостиндос, как обычно. И у нас энергии всего на одну ночь. Так что нам надо пережить. Точнее, не выжить. А делать пиццу, пока еще не поздно. Да, и обновить мою пиццерию. Или потом, как это называть, пиццерия. Ну, это неправильно. Напишите в комментариях, что под неправильно говорит пиццерия. Надо говорить пиццерия, а не пиццерия. Вот-вот, Фредди. Ребята, у нас уже пища пиццы. У меня короткая камера, как я с телефона снимаю. Так что нам надо улучшать нашу пиццерию и в бак за хваст. Так, опять первая коробка. Коробочка и фастфуд. Ну хоть на этот раз мне нереально было жирно.
после вот этих вот лаш-машу. Мы концерт собрали. Ой-ой. Это еще что? Это как понимать? Еще чуть-чуть, но у нас по сути энергия скоро закончится, так что не судьба. Да, день окончен. Во, мам, сколько. О, ребята, не скоро купим. Третий день. Я заканчиваю видео сегодня с тремя днями, так что пожелайте мне приятных роликов. Итак, ребята, у нас тут опять наработочка в этой пиццерии. Еще чуть-чуть до стендоса, ребята. Ха! Да, еще чуть-чуть эти таймы. Давай. Светки. Есть, ребята, получили все-таки. Ребята, спин. Да. Нам выпала коробка. Ребята, нам выпала коробочка. Блин, когда нам выпадет джекпот? Нам, похоже, нифига джекпот не выпадет. Зато вот что мы сделали. Набрали всего один бокс. Всего лишь один бокс. Я хочу 5 всего набить. 5 боксов. Нет, 5 боксов хочу набить. Но это сложно с вот этими вот количествами всего плюс один. На кроме 2 бокса. Что скажешь? Я скажу, что тебе выпадет перс. Да, ты угадал. Флаг мой чё. Мы выбили флагплея, кажется, ребят. Самого старого флагплея. Поспойно. И это эпик, чё там? Ребят, где он у нас? А, вот он! Ой, ребята, сколько можно не заработать, офигеть. Мы потратили. У меня не гроша совсем, не вообще там. У меня не гроша, Фредди, не гроша, прикинь. У меня всего лишь 103... У меня всего лишь 103 долларов, это как понимать вообще? Как понимаешь, у меня вообще сегодня 10 тысяч, 10, вот это вот, 13 тысяч, ты реально серьезно, что ли? У меня не гроша, когда я апгрейдил флагплея, понял? Да, понял. Ребят, мастер кликов, еще 15 коробок. Так, ребят, я хочу открыть вот этих вот чаптеров, потому что нравится. И апгрейдиться до уровня. Ага, захашные нам дают коробочки. И это очень здорово. За каждый череп. Ну, 15 коробок. Это что-то. Это что-то, 15 коробок. Апгрейдусь, и тогда у нас все чики-пуки. Ну что, ребят, собираем лайк. И ставьте 15 лайков, чтобы не выпал перс. Готовы? Поехали. И мне выпал перс. Визард Фокси. Отлично. И, ребята, у нас тут вот, да, без рыбона.
Визард Фокси, я всегда путаю. Фокси с Бон, короче, только если Визард что-то. Ребята, у нас скоро вообще что-то будет. У меня опять не гроша, всего лишь где-то... У меня вообще 9 300 000. 9 300 309 000. Это как вообще понимать? Нет, я ведь могу не успеть, у меня энергия заканчивается. У меня реально энергия заканчивается. Ну, ребята, у нас тут все как по маслу. У нас реально все как по маслу идет. Мы, наверное, еще одного чаптера выпьем, если у нас так везет в этой серии. На какой-то чаптер выбил. Выбил чаптер. Ребят, видите, у меня кулаки. Я начинаю. И у меня снова поспойно. Да, ребят, меня не прошло с все эти серии. Мы концерт сорвали. Вечер. Ой, ребят. Ага, мы можем улучшить нашего синего перпола. Пить или пить? Да, ребята, у нас что-то не так идет. Питер. Есть, ребят. Ребят. Вот сколько мы видели. Ладно, ребят, у нас, наверное, 4-й день, так что нам сегодня повезет. Ладно, ребят, у нас тут мы выбьем бокс и на этом закончим. У тебя на попытку какой-то, если ты его просрёшь, то всё. Капец. Ребят, открываем бокс. И у нас той бури, блядь, чаптер. У нас, ребят, ещё чуть-чуть. Мы должны настроиться. Ну ладно, ребят, на этом мы, пожалуй, закончим. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!